Привет, меня зовут Игорь. Меня зовут Сергей. Так как предыдущее видео набрало уже почти 500 000 просмотров, мы решили отправиться в белорусскую глубинку. Как вы и просили в комментариях. Чтобы проверить, насколько здесь поддерживают действующего президента. Погнали? Погнали. Пошли. Именем революции наводите порядок. Жесточайшим образом. Не, забираем подписи. Хотите? Нет. Чего? А того. Ну, стабильно же живем. Стабильно, да. Войны нету, все хорошо. Войны нет, везде нет. Я думал, он помер, что вы его носите. Не, мы подписи собираем. А вы подписались? За Александра. Это не платим дела. Поехали. А, ну, не? Потом. Ладно. Я зря. Думал, помер, уже хотел. Добрый день, Золокошенко собираем подписи. Подпишитесь? Что? Золокошенко собираем подписи. Александр Григорьевич. Подпишись. Ой, нет, я не подпишусь. Почему? Я его не люблю. Не почему? Он же хороший такой, стабильно сделал. Да, хороший он. Он же батька. Батька, для тебя бы что? Для тебя бы что? Ну, слушайте, коронавирус как-то вроде спас нас всех. Не выйти головы. Ну, почему вы не хотите? Мы просто... Мы ищем, тут никто не хочет подписываться с вами. Это Дзержинский. Мы уже тут... Ладно, извините, до свидания. За подписи за Александра Григорьевича собираем. Подпишитесь? Нет. За стабильность? Нет. Нет? За процветание? Нет. А вы подпишитесь за Александра Григорьевича? Я его так люблю. Любите, да? Да, и без подписей, да? Не а голосовать могу... будете за него? Честно говоря... Когда я включаю телевизор, я переключаю на другую, на сказки. Почему? Ну, как, сказки они лучше слушают. Чем он? Чем сказки. А. А вы его до сих пор батькой называете, нет? Я вот Айса не без него. Так и будете голосовать за него? Чем вам? Хотите мне еще на старости в тюрьму посадить? Друзья, собираем подписи за батьку. Не ваш кандидат? За стабильность. За процветание. Не, против? Хотите, да? Нет. Добрый день, собираем подписи за Александра Григорьевича. Не подпишетесь? Нет, спасибо. Чего? Просто. Добрый день. Собираем подписи за Александра Григорьевича. Подпишитесь? За стабильность. Я маленький страх, не хочу. Что-что? Не хочу. Добрый день, может вы подпишетесь за Александра Григорьевича? За стабильность против войны. Спасибо. Не? Не любите, да? Не хотите. Блин, за Лукашенко собираем подпись. Подпишитесь? А? Нет? Не нравится? Почему? Вас не за стабильность, за это вот, за... Войны не было. Хорошо же. Все равно, какая стабильность будет. Вы против, да? Нет. 75-й год, ёпту. Что за прожить? С батьком, без батьки. Так вы не будете? Просто ну, не будете подписываться? За Лукаша? Да. Не ваш кандидат, да? Здравствуйте. Собираем подписи за Александра Григорьевича. Уже подписалась на работе. За него, да? Конечно. И как вообще? Добровольно? Ну, особо не заставляли принудительно, но я знаю, чем потом отказываюсь. А, увольнение, да? Понятно. Ну, не исключено, что может. Ну вообще голосовать будете за него? Если честно, нет. Почему? Ну, то, что у нас нет войны, как на Украине, но. Я готова нашему президенту сказать спасибо, но. Поклониться в ноги. Ага. Корона с моей головы не свалится. Но я очень бы хотела встретиться с ним лично и спросить, с какой коррупцией он борется с экрана телевизора. Если даже вот в этом городе, куда ни плюнь, попадешь в гора и взяточника. У меня однажды была ситуация 5 лет назад. Ага. Мне не сказали прямо в лицо, но мне дали понять, что я в этом государстве никто и зовут меня никак. Yes. Хотя я гражданин этого государства. То есть 26 ну, лет не может побороть коррупцию? Да. Да. Ясно. Yes. Ну, может, сейчас поменял правительство, может, сейчас уже пойдет ой, получше. Как-то я не очень yes. это верю. Надо быть жестче. Хорошо, ладно. Ну, ладно. Вы будете голосовать за Лукарика, да? Да. Хорошо, как мы ожидаем. Банкир, да? Его сегодня ну, посадят. Я это самое, на 100% не уверена, что все будет идеально, если он будет президентом.
Ну, надежда есть, что, может, хоть что-то будет лучше. Ну, хоть, может, этих порой взяточников. Ну, хоть, не знаю, на процентов 10-20-30 станет меньше. Добрый день. Подпишитесь за Александра, за стабильность. Чтобы все хорошо было, поднял столбцы. Не хотите, да? Я вас вижу. А, я все знаю. Она все знает. Я все знаю. Поверьте мне. Ну, вы против, в общем, да? Добрый день, подписываем. Или вам и снас нет? За кого? За Александр Григорьевич. Ты ебанулся совсем, что ли? Чего? Блин, поднял страну, тут стабильные столбцы. Добрый день, мужчины. Собираем подписи за батьку. Не надо. А вы не любите? Я уже 1,5 миллиона собрал. Надо до двух добить. Не надо. Почему? Не надо. А? Нет? Не надо. Мы хотим другого президента. А, другого? Хороший, стабильный, а ты нет. Не надо. Это его заслуга. Ну, а что? По 250 рублей получаю. Ну, короче, за войну, да? Ясно, ладно. Девушка. 18 лет есть? А, нет 18. Забавьте, собираем тут. Нет, спасибо. Нет? И вас кандидат? А 18 есть, да? Да. Так подпишитесь быстренько. Нет. За стабильность. Нет. А, извините, хорошо, мы не будем писать. Добрый день, молодые девушки. Собираем подпись, Александр Григорьевич. Ну, я в Минске. Подписались уже? Нет, не подписывались. Но я в Минске подписывалась. Вообще ваш кандидат? Не мой. Почему? Потому что я сотрудник МВД. А вы, короче, за этот, за Бабарико, я так понимаю. Нет, ни в коем случае, вы что, ребята, я за своего, за программиста. За Циркало? Да, у меня сын программист. Молодец. Хорошо. Ребята, я не знаю. Знаете? Не хотите подписаться за Александра Григорьевича? Все, идите. Не ваш кандидат. Не ваш кандидат, да. Надумали? Нет. О! Собираем подписи за Александра Григорьевича. Я уже это самое... Подписались? Прочитала и расписалась. Вы это за президента хотите? Да, да, да. Я уже расписалась. У нас ходили в мире. Спасибо. Что, свидание? Вот вы лайки, ребята. Ну, мы всегда... Ребята? Да. Кто вы? Помогите мне до Русова записаться на прием. Я, Руслан, там мое обращение. Ну что, передадим обращение? Ну, нет, обращение это... там, две недели уже там. Мне пришло, что на контроле стоите в совете, но мне надо к яму. А что у вас проблема? Откройте маску, не бойтесь. Я боюсь заразиться. Я не заразная. Вот. Помогите мне до его записаться. Ну хорошо, мы передадим. Какая у вас проблема? Кныш Валентина Николаевна. Какая у вас проблема? Напишите. Кныш Валентина Николаевна. Да, у меня ж нема ни этого, ни интернета, я даже не знаю, калин принимаю. Помогите. Я уже записалась 2 недели назад, да. На 100 девочек. Хорошо, но у нас еще есть, ребята, тут вот стоит палатка из-за предпринимателя Никока была на Т. Бабарико. Да, да. Я говорю, покажите, что ты предприниматель вам сделать. То есть, деньги с вертолета будет. Да тут кажет, снимем налоги нам. Ага, говорю, а кто работать будет на вас? Да. Говорю, вы такие, как я. Вот, запишите мне, слышь, Валентина Николаевна. Добрый день, за стабильность собираем подписи. Стабильность не хотите? Не хочу, чего? Дайте дойти до дома. А за батьку, это ж батька. За батьку не хотите? Батька мой погиб. А не ешьте моя нутра. А, извините. Добрый день, собираем подписи за Александра Григорьевича. За кого? За Александра Григорьевича. До свидания. Чё? А вы шутите, может? Не, реально. А сколько платите? Бесплатно. Собираем подписи на стабильность. Хотите подписаться? За кого? За Александра Григорьевича. Нет. Почему? Ну, мы не хотим. Но он же стабильный, да? Стабильный, да. Молодой человек. Мы, ну, мы не сидели на базаре, если было бы стабильность. Ну, слушайте, мед продается тоже. Да. Хорошо, добрый. Ну, ладно. Счастливо, удачи. Спасибо вам. Вам. На стабильность собираем подписи. Не хотите подписаться? За президента? Да. Хочу.
подпишитесь. Есть паспорт у вас? Вы первые люди женские, которые... А мы... Завтра мы... Дело в том, что не взяли с собой подписные листы. Завтра последний день. Там дзержинский джип приедет еще. Подходите в этот, ну вот возле рынка здесь. У меня паспорт есть. Мы просто понимаем, мы не взяли подписные листы. Мы проверяем настроенность людей, понимаете? Да. Мы хотим узнать, насколько люди готовы подписываться. А тут вы первая и единственная. Но. Пока. Тут из 30 человек только вы одна. Мы просто листы в машине забыли. Мы пока мы туда подойдем тогда, если вы туда. Куда? Вот на главный вход к рынку. Завтра? Завтра, да, в 12:00. Хотите подписаться за Александра Григорьевича? Хочу вам посочувствовать. Почему? Зачем вы этим занимаетесь? Ну, блин, это хотим, чтобы не было войны, чтобы стабильно. Ни за что. Даже если бы заплатили пару тысяч долларов, 900 тысяч долларов, ни за что на свете. А вы его батька не считаете? Не берите грех на душу. А вы со Столбца сами? Да? Конечно. И типа так против? Ужасно, отвратительно. Ну, вроде как-то это и ужас. Коронавирус пережили, и это все. Слушайте, вы вот женатый человек? Ну, да. У вас до жены был кто-то? Ну, нескромный вопрос. Ну, были, да. А если бы не было? То что? Хотелось бы что-нибудь новенького. Ну, может быть. Короче, вы против, да? Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Молодые люди, подписаться не хотите? Зря. А? Что-то про 3%. Ваш кандидат? Знаю, не хотите из Александра? Нет, пока не знаю. Вроде ж поднял страну, Столбцы, да. так возродил Столбцы. Все дома настроил. Я это голосую за его, кем поднял. Добрый день, собираем за Александра Григорьевича. Пап, за батьку не голосуете? Сабина же. Не понял. О. За подписку собираем, Александр Григорьевич. А? За стабильность. За стабильность подписаться не хотите? За есть стабильность. Подпись собираем. Я за него тоже назвал. Почему? Поднял бы Столбцы. Он поднял, а границу-то не закрыл. Ну, да. Как нормальный человек, да. А вас... Путин проголосовал. А у вас тут проблемы с коронавирусом вроде? Ну да, Путин. А много погибло? Ну, как бы, знаю, что в день умирало пока человек. Ага. Тоже, ну, еще новые могилы были. Ну, говорят, что вторая какая-то эпидемия пошла в стадии. Да. Ну, тоже, ну, идет, не прекратилась она. Но не так уже трохи на уменьшение идет. Но... А он меры не принял никаких, да? Никаких, что он там принял. А вы за Путина бы проголосовали? Да, конечно. Ладно, спасибо. Вот собираем. Собираем подписи за Александра Григорьевича. Подпишись? А чё? За Александра. Голосовать? Да. Ну, придет время, проголосуем. За него? Посмотрим, потом надо же посмотреть кандидатуру. Просмотреть, провзвесить. Вы знаете, что сейчас новая форма жизни. Молодежь надо, чтобы какие у них это самые тесты, что они, кто чем занимается, какая кандидатура идет еще. А может, молодых? Какой-то крепкий? Ай, молодые развалят страну. Ну, вы думаете? Да, что? Развалят. Молодые, он неопытные. Уже... Он уже опытный, он уже набрался. Ну, опытный, но он же не справляется уже своими обязанностями. Он не справляется. Он тяжело ему уже. Да? И он уже тяжело. Не слушает. Он уже... Нету дисциплины. Нету дисциплины. А мы считаем, что президент должен только тот, который уже хотя бы 2 срока был президентом. Ну, мы так считаем. А вы не хотите подписаться? Нет. А вы как считаете? Это все против. Просто мы считаем, что президент хотя бы 2 срока должен быть до этого, чтобы имел опыт президентства. Молодая девушка, не подпишитесь за Александра Григорьевича? Нет, спасибо. Никто не хочет. Я не знаю, почему никто не хочет подписываться. А вы как считаете? Почему? Ну, потому что заранее. Ну как так можно подписываться заранее? Нет, так подписаться заранее. Так мы же собираем подписи, чтобы на выдвижение его. Чтобы он кандидатом стал. Да. Никто не выделяет желания. На 2 человека. Нет, он допустил большую ошибку. А что за ошибку? Вот это коронавирус. Это было нельзя соглашаться ни с чем. А вы тут пострадали в Столбце? Да, пострадали. И мы много пострадали. Из-за него? Именно из-за коронавируса. А, из-за коронавируса, не из-за Лукашенко? Ну, это Америка все пустила этот вирус. Ему нельзя было допускать этого.
Нельзя было? Ясно, ладно, пойдем. Нужно было как Путин закрыть границы, там все. Моя соседка, я знаю, они такие люди, всю жизнь они коррупцией занимались, сидели в тюрьме, и он сейчас такие деловой, и пленен, как тебе коронавирус съел. А тебя что, не съест? Тебя не съест? Но он уже в возрасте, да? Не копай яму на кого-то. Чужому, да. 65 лет, я бы не сказала, Брухана, я бы здоров. И сын самый сильный, может, правая рука, что он может верить тому сыну, который сидит у пульта и за нами наблюдает за всем. Ну это про Виктора вы. Вот. Ну понятно. Они никого не боятся. И у нас в этих столбцах коронавирус есть поедом людей. И стариков, и молодых, несмотря на личность. Это мое откровение, и до сих пор, правда. До сих пор вы не это не справились, извините. Да ничего страшного. Ладно, поняли. Понимаете? Вы не хотите. Ладно. Не хотите так, как хотите. Да. Найдем кого-нибудь. Идет время покажет. Еще 2 месяца. Еще 2 месяца. Ну да, спасибо. Спасибо. Да, где-то. Собираем подписи за Александра Григорьевича. А что он? А? Копьё мне дал хоть и рубль и вторые, так я бы не против. Так вы за деньги подписываете? Да? А что мне за его голосовать? Ну, красивый ж. Красивый. Я за Путина голосовал бы, если бы сюда пришел. О, это мужик, да? А он хочет губернатором остаться потом. Ему тяжко будет. Ну вы бы только за деньги подписали с ним. За 50 копеек, наверное, да? Если не за 50, нет. Я вам скажу, если честно, ребята, а кто придет лучше? Ну, действительно, да. Да, развалится. Остальные развалят страну там. Да. Я в 94-м году, когда он первый раз выходил, я за него и голосовал. Еще 10 лет, потом Коля подрастет, потом Колю на трон, правильно? Он сказал мне. Нет? Династии нет, такая, мало ли что он сказал. Виктор есть Дима, есть Коля. Александр Григорьевич сказал, у меня как у Китая династии не будет. Не, а какая разница, что он сказал? Ну на самом деле. Он еще 10 лет. 5 лет Лукашенко пал. Да. Еще 5 лет. А потом... я не хочу. А потом Коля сын, Коля. Хочешь, не хочешь? А? А я думаю, лучше либо Бабарика, либо Циркала. Циркала. Не, лучше Коля Лукашенко. Блин, Александр Григорьевич прям подписал. Нет, спасибо. Все, за стабильность. Добрый день, молодые Александр люди. Григорьевич. За Александра Григорьевича собираем подписи. За кого? А чего собираете? Просто мне кажется, что уже хватит. Надо 2 миллиона добить, осталось совсем чуть-чуть. Да. 2 миллиона? Да. Если бы вы, наверное, вы собираете. Нет, серьезно. А сколько расписалось людей? Ну, уже человек 10. Человек 10 в мире, здесь? Да. Да, Влад. А вы за кого? За его тоже? Да, конечно, мы все гордимся. Мир. Почему? Процветание, нет войны, стабильность. Какое процветание в течение вот. Смотрите, как мир возродился. Как? Рестораны. Это частник. Это частник. Там тоже частник. Тоже? А там и покрашены эти здания. Хорошо, действительно. Может быть, он может что-то сделал, но он уже слишком давно сделал. Просто другие придут, что они будут с вертолета деньги сбрасывать. Нет, никто не говорит ничего. Не говорит никто о том, что... Но просто мне кажется, что страна уже действительно хочет каких-то изменений. Перемен, да? Да, и 10 лет, условно, даже взять десятилетие вот это, 2 условно даже срока, я не знаю, сколько там, 12 получается. Последние выборы какого у нас? 15. Поэтому, ну, ничего. Ну, еще 2 срока это хотя бы, 2 срока последние. Послушайте, эпидемия даже вот эта, здесь же не поддержана, никого не поддержали. А да, вы вообще верите в это вообще, по-моему, коронапсихоз. Коронапсихоз. Вы видите? Нет. Дело в том, что просто здесь же не поддерживают его. Посмотрите, туриста нет, никого нет. Понятно, что все сейчас страны страдают. А как он поддержал... Бизнес, да? Бизнес. Никак же не поддержан. Поэтому тут же... Бизнес тоже не знает. То есть, ну, я не знаю, как бы это ваше дело, конечно, заниматься вот этим... Ну, и каждого человека. Я знаю тоже людей, которые, может, тоже подписались бы, но слишком долго он уже. Ну, надо что-то менять. Извините. Да. Ну, скажите. Вам в первую очередь надо что-то менять. Да не, мы за него все горой. Мы за батю. Да, юсы такие.
Добрый день, молодые люди. Подпись собираем за Александра Григорьевича. За Александра Григорьевича. Почему? За стабильность, за мир во всем мире. Стабильность такая, и такой мир. И живем так хорошо. На здоровье. Молодые люди, за Александра Григорьевича подпись собираем. Подписались уже? За него? Ну, нам просто интересно. Нам до 2 миллионов осталось буквально там 50 тысяч подписей. Ребята, если вам понравился этот ролик, то обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, а также на наш канал в Телеграме «Моя Краина Беларусь». Ссылка в описании. Обещаем вас радовать только качественным контентом. Всего доброго!